Представьте такую ситуацию. Вы летите на эшелоне 360, пьете свой кофе, и солнце ласкает вас нежными утренними лучами. Но вдруг замечаете, двигатели работают нестабильно, температура растет, а потом и вовсе двигатели глохнут. Топливо у вас есть, пожара не было, есть шанс перезапустить, решаете вы. Но сперва доклад. Mayday, mayday, mayday. We have dual engine failure request emergency descent. Снижаетесь до эшелона 100, используя кислородные маски, пытаетесь перезапускать двигатели. Переключатель зажигания в положении ignition, руды в idle, скорость 280, pitch 1.5-2 градуса. Emergency electric power manual on и перезапускаете FAC1, чтобы заработал триммер. Включаете engine master switches по 30 секунд каждый, пока один из двигателей не запустится. Если не помогает, продолжаем снижение до эшелона 200, там запускаем ВСУ, подключаем отбор воздуха и снова пытаемся запустить двигатели. Если все эти попытки не увенчались успехом, ищем ровную площадку или водоем для приземления.